Так, ребятки, мы уже вот в этом парке. Вот в этом парке мы. Мама. Да. Ну, пойдем посмотрим, что там. Мы уже в этом парке. Здесь, видите, вот все клумбочки облагородили. Не вижу, только не пойму. По-моему, все клумбочки одинаково, по-моему, оформлены. Мамочка, вот я думала, что мама тут. А что это утка? Ну, это голубь. Это голубь, а ты что думал, что это утка? Да. Да, да, все клумбы, видите, одинаково оформлены. Просто разница в том, что вот эти вот клумбочки, вот эти вот, с разной стороны цветочки сделаны. То есть на одной клумбе вот так, на другой клумбе наоборот цветы. Вот так вот. Да, да, да. А на этой? Нет, не одинаковые цветочки, разные, разные. У меня вот постоянно эти две женщины. Темирчик, видишь, нет, разные цветочки. Что? Смотрю. Меня вот эти две женщины постоянно смущают, русалки. Мне все время кажется, что тут кто-то сидит на этой лавочке. Я когда не смотрю прям на них впритык, а смотрю именно боковым зрением. Естественно, их уже обрисовали. Естественно, у нее уже поломанная рука. Видите? У этой пока еще целая рука, но ей досталось больше в плане рисунка. Вот такие вот люди сволочи. Вот такие люди сволочи. Вот, обрисовывают все. Что? Короче, вот такие люди, сволочи, они все обрисовывают. Все лишь бы изгадить, все лишь бы обрисовать. Угу. Что ты делаешь? Жена. Жена? Это твоя жена, русалка? Не надо с русалкой свою судьбу связывать. Она тебя утащит в воду к себе. Вот, так поговаривают за русалок. Они привлекают своим прекрасным пением, красотой, а сами молодых парней раз и под воду. Они тонут, становятся утопленниками, ну так говорят, становятся утопленниками, это самое. И они типа как вот все, замужем она. Очень часто русалками становятся девушки, которые утопились, будучи вот молодыми, незамужними. И вот так они себе типа мужа подыскивают. И по нашей русской вот... как это сказать, сказанию русскому, там, я не знаю, традиции, как это вот, это самое, говорят, что они, эти русалки, что они обитают на деревьях, что они на деревьях сидят в районе реки. И очень часто мы, кстати, пойдем в находки на праздник Ивана Купала. У нас в Украине этот праздник не отмечают. В Украине отмечают День Посейдона. По крайней мере, у нас, там, где жила я, в нашем регионе отмечают... Давай тут посидим. В нашем регионе отмечают День Посейдона. И День Ивана Купала не отмечают. А здесь, в находке, День Ивана Купала – это целая традиция. Так вот, русалки, они живут в районе водоемов на деревьях. И они типа такие красивые, а на самом деле они страшные, как кикиморы болотные. Вот. А сами вот привлекают, потому что ну сколько они уже под водой там сидят, знаешь, уже годы. А привлекают вот своей вот... Ой, красиво. Мне кажется, это не совсем прилично, вот это вот грудь женскую видно, вот как-то, не знаю. Я понимаю, что это всего лишь статуя, но мне кажется, это как-то, ну вот не совсем прилично, мужские писюны, вот женские сиси, когда вот так вот видно, не знаю, возможно, я слишком ханжа в данном вопросе, но мне кажется, это не очень прилично. Это же не просто статуя, это, ну как бы, это же все-таки парк, я не знаю, тут дети. Я не знаю, короче, такая прискиплова баба. Короче, здесь отмечается очень сильно День Ивана Купала. Здесь прям народные гуляния, прям через костер прыгают. Веночки молодые девушки плетут незамужние. Вот, и я вот тоже куплю себе сарафан. Володя меня уже пригласил на День Ивана Купала. Я тоже куплю себе красивый сарафан. И тоже мы побежим. Это же мы побежим все вместе, все втроем, с семьей. Не бей ее по груди, ты что? Ты что? Так вот, и мы все вместе, втроем, пойдем отмечать День Ивана Купала на народные гуляния. Ты услышал меня? Мы пойдем на День Ивана Купала. Там девочки через костер прыгают, молодые веночки плетут, пускают по реке. Я уже не могу этого делать, потому что я уже замужняя девушка. Да, но мы все втроем пойдем на народные гуляния. Я буду в платье, в сарафане. Давай уйдем на другую лавочку, ради бога. Все лавочки наши сейчас. По этой стороне еще никто не занял лавочки. По той стороне заняли. А по этой стороне еще не заняты лавочки. Вот, кстати, еще одна лавочка. Мы на ней сидели хоть раз или нет?
вот на этой с дельфином. Сидели, да? Вот дельфин, видите, перекувыркнулся. Бедолага. Бедолага. Статуя? Что статуя? Что? Ну а зачем их бить? Это вандализм. Это не, это плохо. О, гляньте, кто-то нарисовал тут классики. Ну ладно, здесь на асфальте. Ну лавочки, зачем? Кто-то штанишки свои испачкает. Нехорошо. Ладно, ребятушки, мы будем продолжать отдыхать. Мы будем кайфовать, наслаждаться. Вот высыпаюсь, на работу не хожу, кайфую, хожу по паркам, гуляю, вкусно ем. Счастливая, любимая женщина, жена и мать. И я просто кайфую. Кайфую от своей роли сейчас, кайфую от своей жизни сейчас. И, ну, очень-очень здорово, очень клево мне сейчас.